Цикл «Только любовь». Форточку открытую, долетают звуки, музыку играет мелодию грустную. Я думаю о тебе в муке, зачем ты уехала раньше. Ветер качает фонари и деревья, ты стоишь на перроне одинокая. Музыка играет мелодию грустную, Баха, кажется, лунную сонату. На выпускном вечере я танцевал с тобой, директор сказала, что мы красивая пара. Ты оставалась в городе, я уезжал поступать в военное училище, чтобы тебя защищать. Последний день в школе, мы грустим и смеемся. Наверное, это начинается настоящая жизнь. Холодно в сердце мое, ветер шумит в проводах. Ты не пришла ко мне днем, наверное, занята. Вечер уже вокруг, фонарь мутным пятном закрывает твое окно на пятом этаже. Я начинаю понимать, в чем моя ошибка. Надо было сразу поцеловать, показать, что я мужик. Здесь, в принципе, я писал, хотя может быть показаться, что это откровенный стюк. Но, Но я просто попытался решить задачу с точки зрения написания стихотворения, то есть возвратиться в то состояние, ну не знаю, там как все пишут, 16, 15, 17 лет. То есть попытаться с точки зрения того человека, который вот не умеет писать стихи, но он, его разбирают чувства. Вот такую задачу я попытался решить. Еще будет? Ты позвонила, сказала между нами все, и повесила трубку. Я схватил куртку и выбежал на улицу. Лил дождь, как-то грустно. Наверное, плакал Бог. Я спросил, за что такая мука? Но Бог не ответил. В маленьком кафе музыка играет. Мы сидим с тобой с самого края. Ты молчишь и смотришь. И смотришь на меня с нежностью. Я уезжаю далеко, может, навсегда. Эй, официант, принеси шампанского. С девушкой ли я должен попрощаться? Это ответ конопного, понимаете? Поскольку эта поэзия вся построена на архетипах, да? Была такая. То есть, да, потому что как раз в этом возрасте люди пишут, вернее, даже не они пишут, а пишут в них то, что они прочитали, и те чувства. То есть в первую очередь пишут что-то извне их мира внутреннего.